Значит, нельзя сейчас поддаваться на провокации серьезные. Нужно, чтобы серьезные политики предложили альтернативный вариант действий, в том числе и после того, как этот вот преступный план продажи всего и вся будет реализован. Тогда нужно и правильно организовывать протесты, и показать, что нужно реально на практике делать. Нужно создать такую систему, постепенно создать, когда все-таки государство будет иметь контроль над этими землями, не продавать это банкам, когда каждый собственник пая сможет продать, но когда государственная земля не будет перепрофилироваться просто так, не будет сниматься верхний слой земли, когда это будет возможным использовать в сельскохозяйственном производстве, а не просто в банковском спекулятивном капитале. Дай Бог, щоб наші думки і наші побажання, щоб влада поступила справедливо у цьому завідомо несправедливому рішенні, щоб воно до тої влади дійшло, щоб їм святі голови, так би мовити, перелетіло.